Вечер добрый, друзья мои. Продолжаем катать Euro Truck Simulator 2, версия 1.49. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Так, нахожусь я по пути в Луганск. Везу пиломатериал 17 тонн. Еду из Вольска, вот с тех степей. Впереди, да, Борисоглебск. Пообедал, отдохнул. Сходил там, прогулялся, а оказалось, смотрю, там что-то есть, да, какие-то магазинчики. Глядь, а там, слушай, шашлык, чайков и все дела. Откушал шашлычка с овощной нарезочкой. Ой, нежное мяско, свиная шейка, ребрышки барани. А, вкуснятина. Затарил брюхосытное такое, брюхосытный шашлык. Брюхосытные, господи, где ж слов таких набрался-то? Хорошего пути. Спасибочки. Так, ну что, я готов. КамАЗ 5490, дизель Mercedes 510 лошадиных сил и 12-я коробочка в паре работают замечательно. Просто по красоте. Ну да. Ну давай, сейчас этот выскочит. Давай, 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 пидуй. Так, кольцевая. На кольце. Второй вон слева. Справа. Шашлычок вон тут. А? Очень-очень вкусненький. Сейчас съедьте. Я особо педальку не топчу, Вольво, хочешь обходи, на здоровье. Давай, давай. Бодрячком идет. Нормально. Ну, машину в 400 лошадей подтравить не ставит. Это было бы глупо. Глупо. Глубоко глупо. Ну, сейчас разгончик наберем, так мы еще во львах-то сделаем. Ну, у него мощи-то побольше будет, он с грузом разогнался-то. У меня невелик груз-то, у него, по-моему, тоже там не ахти какой тяжелый трактор. Что у нас там? Сужение. Ну вот, солнышко опять садится и начинает мне в лобаш светить. Двигайтесь прямо. Блин, где разогнаться-то, а? Все вот идут ведь 70, а? Вот ровненько. Двигайтесь прямо.
Ну и молодцы, что ушли в сторону. Вот чем нравятся мне вот наши карты, очень много мест, где можно встать на стоянку. Даже где бывают такие места, вот которые сейчас я... Нет, не сейчас приезжал, когда с заправки выехал, с правой стороны я показал тут магазинчики там и кафе такая небольшая была. Шашлык-машлык, все дела. А вообще никак не обозначено. Ни стоянка, ни заправка, ни едальня. Вообще никак на карте не обозначено. Даже ты не знаешь, что там есть. А там, пожалуйста, все там есть. Вот. Заправка. Ну, нам не надо. У нас полна коробочка. Все, поля какие-то, поля. Что-то подзаросло, что-то нет. Так, вот тут опять харчевня. Вот тут столики стоят на улице. Да и здесь тоже, похоже, что-то есть. Тут бизнеса кое-какие. Ну, прям совсем видно хорошо. Борисоглебск, welcome. Двигайтесь прямо. Прям через весь город едем. Что ж ты будешь делать, а? Так, красный. Красный. 524 километра. Да, ну до полуночи. Вот тут полтретьего получается. Прибытие мне навигация пишет. Не собираюсь я до этого времени наваливать. Двигайтесь прямо. Успел проехать на желтые. Красивые места. Ну да. О, знакомое местечко. Знакомое, знакомое. В горку, в горку. 510 немецких коней. Добросовестно пашут. Время-то уже без 15:07. Но солнце еще высоко. Солнце высоко, поэтому все диванные дальнобойщики в поле. Да, диванные дальнобойщики мы. Двигайтесь прямо. Все, кто вот за компом сидит, большая часть из нас, да почти все, за рулем фуры никогда не сидели.
Ну, я, честно говоря, с трудом представляю. Наверное, все-таки кто-то есть, кто какое-то время работал. И совсем уж редчайший случай, если кто-то и сейчас, скажем, работает дальнобойщиком и, приезжая домой, еще умудряется как-то маленько поиграть. Мне кажется, любого нормального человека посади за руль фуры, он отъездил, да, все, работал, вот. Лежит сердце к такой работе, да? Как вот у Колянова, прям аж нравилось ему ездить, Царство Небесное ему. Нравилось ему ездить очень. Даже если так, но ты приезжаешь домой, а если ты еще и семейный человек, тебе хочется пообщаться с супругой. Ну, дождик пошел. С детьми, если детишки есть. Когда тебе тратить время, да и какие-то дела еще ведь домашние накапливаются. Тебя, допустим, месяц не было, ты в рейсе был. Да, ты деньги привез, хорошо, молодец, заработал, отлично. Но тебе же надо какие-то дела поделать. За то время, пока тебя дома не было, какая-нибудь там полочка расхлябалась там, которую присобачить надо к стеночке. Дверка у шкафчика расслабилась, там еще какие-то дела нужно поделать. Так, тихо. Дела накапливаются. Родных посетить. С другом бухнуть. Да-да, что такого? С другом или с друзьями собраться, посидеть, поговорить о том о сём. Блин, простите. Это капец, меня вот деток продуло, ведь уже ходишь, уже застегиваешься. А много, кстати, не надо. У меня на моих объектах, за состоянием которых я слежу, бывает какую-то работу вот иногда делаешь, и вот жарко там вот. Дверку открыл, слушай, вроде не дует. А где-то вот пониже около пола что-то присел, допустим, там какую-то херню там откручиваешь, закручиваешь, а по полу тебя шести протянуло. Вот это ливень даст. Двигайтесь прямо. Вот ты зарядил-то, блин, а? Нифига себе поперло. Да, дворники, смотри, работают нормально. Вот сейчас стекло опускаю, да? Все, капельки адекватно вместе со стеклом. Так. А, вот это границы, когда стекло опускаешь, получается, резинка-то внизу двери, она же отсекает воду, а поднимаешь, не отражается, как бы так, не отмечается граница воды. Да, ладно. У других-то вообще стекло опускаешь, вода на месте остается. КамАЗа одного там посмотрел. А нет, не КамАЗ. Не КамАЗ. А вот, перед этим КамАЗом я, по-моему, МАН катал. Я могу ошибаться, могу нет. Ай-я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 й. Ну что я могу сказать? Двигайтесь прямо. Будем двигаться прямо. Ну, бывает. Так, едем мы еще мало. Времечко-то у нас 8:30.
Успеваем, хорошо. Чё, дождик закончился? Нифига себе, вот это да. Быстро. Так, успели, хорошо. КамАЗ прям такой, ух, ну нравится, нравится. Огоньский, огоньский КамАЗ. Не, ну 64-60, тоже четкий, который у меня до этого красный был. Я его не продал. Не-не-не. Я его не продал, нифига. О, паровоз идет. И мозайчик. Мозайчик тоже все в работе. Так что... Блин, и КамАЗ этот жалко тоже продавать. Это неохота было бы отдавать. Много говоришь, когда горло еще больнее. Так, ну я думаю, надо сейчас на какой-то ближайшей стояночке будет, слушай, нам встать, да? Угу. Так, Павловск впереди. Что у нас тут есть? Ничего пока нету. Сюда на эту выходим. Здесь вряд ли я, наверное, так перееду. Тут заправка, тут стоянка. Ну вот только здесь тут сервис, кольцо. Здесь тут что-то имеется. Ну больше негде. Только туда. И это уже оставим на завтра. Переход, остаток. Это уже на завтра будет у нас. Ладно. Так, долго мы за этим товарищем будем ехать. Да тут поворот на повороте. А нет, вон уже недалеко. Недалече. Да. Рамка Платона. Нефиг так приближаться. Видишь, как оттормозился и все, а я вообще встал.
10 часов уже почти. Ну, я вообще так и рассчитывал. Вот такие повороты, завороты. Так, ну понятно, нам тут никуда не заехать, надо заезжать на стоянку со своей стороны. Тут вон разделительный брус какой идет. Так, давай-ка мы вот сюда поедем. Нормально. Да справа там под самый хвост чуть мне не залез там под прицеп. Сейчас на стоянку немного поужинаю. Чуть-чуть шашлычка осталось. Чуть поужинаю и баиньки. Свет маленький, нереально по-старому светит, да? Ну, да пойдет, ладно, что. Что докапываться-то? Блядь. Так, ну-ка я что-то с памятью со своей не в ладу. Так, вот справа сейчас сервис будет. И здесь ДПС. Тут есть стоянка. Ну а дальше куда-то сейчас? Ну либо у депосов вставать, либо на сервис. Так. Так, ну здесь площадка торговая. Сюда-то меня никто не торговая, здесь это контора строительная. Так, ну в сервис мне. А что там делать-то в сервисе? Или что, заехать на ночь машину на проверку? Давай. Машину сюда. На проверочку. Тут никому не помешаю. Вот, обычно у них тут, обычно в сервисе тут они и комнаты держат для клиентов. Ладно, утро вечером мудренее.
Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте и на мою страницу в Facebook. Там полно скринов по Евротрак, по Америке, по суровой России. Заходите, добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо, пока-пока. Увидимся, до новых волнующих.